Ураган с грозовыми дождями накрыли Украину. В Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях к утру 340 населенных пунктов остались без света. Весь день непогода бушевала почти до утра. О последствиях расскажут наши журналисты. Ураган в Кривом Роге пронесся накануне вечером, порядком напугав местных жителей. Многие фиксировали все происходившее на мобильные телефоны. Это торнадо, только больше по воздуху. Смотри, больше стало. Смотри, что дыни. Ой, я такого не видела. Я прям стала там под этой, я так закрыла глаза и стою. А воно летить усе на мене, нічого не поняла. Потім 2 хвилини пройшло, це все. Відкриваю глаза, оріх, отакий у нас оріх, і все впав на цю кухню рядом зі мною. Я не знаю, яке же ваше сталося. После город засыпало градом размером с перепелиное яйцо. Побито авто, в некоторых машинах разбиты стекла. В другом районе города свирепствовал ветер. 200 домов остались без крыш, во многих квартирах выбиты окна. Переживаем, мы уже бегаем, мы пытаемся какой-то пленкой накрыть, потому что сейчас пойдет дождь, крыши совсем не осталось. Он с двух сторон сорвало крыши. Разгула стихии не выдержал газопровод. Из-за поврежденной трубы почти 2500 человек остались без газа. Местные жители вместе со спасателями наводят во дворах порядок. Ветер вырвал с корнями около 35 деревьев. Убытки еще подсчитывают. Предварительно чиновники озвучивают сумму в 1,5 миллиона гривен. Дожди с градом и ураганным ветром накрыли вечером и Черкасскую область. Прояснилось только под утро. Больше всего пострадал Шпалянский район. В селе Антоновка молния убила женщину. Чоловіком вони пасли череду. Вони гонили корови з череди, у село гнали. Не догнали до села з 1,5 кілометра і так скоїлося. Мобільний телефон попала блискавка. І його вдарило, але він одійшов. В соседних селах град повредил крыши домов и уничтожил посевы. Подворья подтоплены. Повалены деревья, с десятков домов сорвало крыши. Полсотни населенных пунктов остались без света. Аварийные бригады энергетиков и спасатели в авральном режиме с утра. Убытки, нанесенные стихией, еще подсчитывают. Тарас Говдя, Елена Миндалек, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал «Интер».